Да, гранат кидает ЧВК. Где-то либо где? Центры, либо... Либо центры, либо туалет. Какой этаж? Первый. Первый центр? Да, либо первый центр, либо первая моя комната, либо первый туалет. Не понимаю. Еще кидает гранату. В центре, в центре. Бил кого-то. Бил, по-моему, да. А, на большой чел на крыше. Бил его. Он кого-то целился налево, где подъем на второй этаж. А, не, привет, Александр. Да, бот туда целится через забор. Пошел его рашить. Так, я за ботом. Так, бот крадется туда. И сел. Давай, 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 давай. А, убил он его. Он где-то у контейнера, у проходного. Или в кустах, что ли, где-то. Гранату кинула туда. Нам граната зашла. Да, за углом, за углом. Я отступил. Нет. А, вот он. Ну, слушай, я ему в грудак попал. Я ж он раненый был. Да, окно открыл. Что-то... Улица минус 6 всего лишь. Свежего воздуха хочется немножечко. Ёптыч. Ну, показалось. Не, не показалось. Чел ходит, видите? Не буду пугать его. Пусть, пусть не волнуется. Разница вроде, я так слышал. А? У меня кто-то есть. У меня переходят уже, походу, уже перешли почти. Одного взорвал, второй вниз спустился. С своей стороны гляну. Да-да, ты увидишь его, убивай его, если у тебя оптика. Ну, мне надо выйти с нычки, я ж так не вижу. У меня закрыто. Не попал. Где он? Под трубами. Напротив остановки. Килец зашивается с урвнабором. Если на мост видишь где-то к автобусу, мне кажется, увидишь его на изи. Я уже на той стороне.
На той стороне не увидишь. Где граната, да? Угу. Это по мне. С той стороны. Еще один, походу. Да-да-да-да-да. Нет, в ту сторону. Я отошел. Где он, у танка все еще? Да-да-да, их двое там. А где поконкретнее грену, если ты замахнул? А, снизу танка труба. Вот он прям там, у трубы сидит. У воды? Да. Ну не у воды, а где там зеленка, понял? В углу прям, что ли? Поднимается, поднимается наверх. Угу. Ты его ранил. Их там двое бегает, все, он поднимается наверх. Да-да-да, слышь. Поднялся. Блин, они долетают. Один поднялся, второй остался там же. Угу. Второй сейчас будет подниматься. Одного убила. Хорошо, слышу. Один где-то у тайфуна, да, спрятался? Да, 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 да. Прям на выходе где-то. Да, один у гаражей бегает. Бил. На тайфун сейчас хае пойдет. Давай. Ах, не долетело. Да нет, там один нормальный, второй непонятный. Может быть, он просто голожок. Бабка, привет. Бобрышал, Зинато тоже привет. Блин, у меня же руки устали уже, даже ноги устали. Удивительно. Ой, а кто-то в кустах, где бомж? Не, он там ползает, он все ползает там же. У тайфуна? Да, он там внизу лежит. Где внизу? Труп? Прямо у тайфуна, прямо у тайфуна. Понял, понял. Прям по центру. Блин, а у меня тут мешки с песком, я не могу увидеть отсюда. Я туда не достреливаю. Мне попадает, блин, в текстуру, зараза. Чуть не вижу его там у тайфуна. Он мог пробежать, я не смотрела, я патроны закидывала. Чуть-чуть. Не, бега не было никакого. Короче, слушай, ну он там. Он заднее колесо? С своей стороны, ну со стороны гаражей колесо. Чуть-чуть, ну заднего колеса. А, вижу. За ящиком там засел, все убил. Это же пятый был, да? Все? Непонятно, что с чуваком, который был на моей стороне, короче, то, тоже со стороны, ну как бежать по переходке. Он бы на тебя заагрился, наверное, давно уже. Но он бы заагрился, на том-то и прикол. Я не видел, чтобы он перебегал, но и он не бегал. Самая фулочка спряталась, понятно. Не понимал, столько раз попало, ему вообще пофигу. Че он там был? Ну, броня у него 90. Целая. Хотя у него спинная пластина выбита. Ты ему спину, походу, настрелял. Там была карта побольше, было бы 10 на 10 человек, и была бы какая-нибудь цель, типа установка бомбы, например. Чтобы геймплей был из-за этого, ну, помедленнее чуть, чем сейчас. Сейчас там катка 20 секунд длится. То есть, и в принципе, реально это звучит, ну, относительно норм. Типа 10 на 10, большая карта. Вам надо пойти и поставить бомбу, либо наоборот. Тут даже и тактику можно придумывать какую-то. Какие-то маневры совершать.
Для этого есть КС. Это катарка Фарена тогда для чего? 20 секунд постреляться и... Как будто с МП-9, всё? Короче, патроны летят более прямо, чем с петуха. Может быть такое или нет? А какими патронами ты стреляешь? 93-ми. Ну, они, по-моему, медленные как раз-таки. Смотри, сколько у них скорости. Сейчас гляну. Ты открыл? А, ты не открыл, ты же не убил, да, Вася? Под плакатом. Лег или сел он там за кустиком? Лутает, сидит. Бил. Первый уровень. Так, а IDC убил бот. Нормально. То есть 3 минус, да? Эй, ты куда пошел? Блять, по мне стреляют с автобусной остановкой. Хана мне, походу, сейчас меня тут зажмут за будкой, где тебя взрывали в тот раз. Ботик, не надо. Еще гранатки там летят. Ты бегаешь? Я бегу. У ямы. Где ты? Я у ямы. Я убежал за зеленый забор. Там за большой еще есть челик. У остановки или у зеленого? У зеленого. Ты там где-то? Он у остановки. Сейчас будет заходить через большую дырку. Чевок? Убила, да. Да, что он там делает? Я по боту. Это значит еще один чел с этой Тима. Но у нас должна быть Тима под большой, которая тусуется. Я поняла, да. Хае, закинул к большой. Может побегает, слушай. Там бот, с чувакам. Ой, там бот, бот. За раунд не бегает. Старый еще есть. Ты? Нет. А тут там есть, я же говорю. Вот ко мне идет. Бегает, бегает. Прыгает там. По металлу где-то бегает. Да, это он бегает. Он на большой где-то бегает. На большой? Под большой где-то, да. Убила. Угу. Дробаш. А М-ка где твоя гушеная? М-ку я не убивала. Мои двое не гушены. Хае дам к большой, послушай. Бот.
идешь к чему? Моя, моя. Я пришел к тех будке. Так, я пошел к АГС-ке. Сейчас туда либо подойдут, типа из со старой, либо уже подошли. Сейчас я гляну быстро. Ну вот один с общаги. Хорошо, но он не глушен, он правда. Тебе глушен, я чуть стреляла. Лёх, ну слабая, слабая видеокарта. Вон, я же говорю, даже эти производители чипов, блин. Посмотрели, что их 4090 не тянут ни хрена тарков. Решили выпустить DDR7. Потому что, ну может, ну хотя бы, может быть, оно там чуть-чуть 2, там 3 FPS добавит. Кто-то бегает на, у старой. Ой, у АГС-а. Я у кармана. Двое, что ли? С какой стороны? По забору. Да, чевок. Блин, фига шустрый. В ямку медичка? Зарулил. Между медичкой и АГС-кой в ямку зарулил. И тиммейт у него идет. Я в АТС-ке. Тиммейт минус. Челик в ямке, примерно посередине был. Угу. ХАЕшку готовлю. Подожди. У меня АТС кто-то с другой стороны. Точно? Ходил кто-то? Да, бегал. Ну, там бот орал, еще просто бегал. Хае туда дам, слушай. Вот. Блин, бот пошел в жопу. Так, я спрыгиваю, к тебе подбегу. В яме все так же, ближе к забору, mm-hmm. где-то его видел в последний раз. Убил его. Я не успел я подойти к тебе, сейчас бы Грин туда закидал ему. Что-то вот этих хорошо убил, которые на времяночку меня запушили. Агрессоры какие-то были. Походу там хедшот залетел, да? Нет, подожди, а кто второго убил? Его убил чел с дробовиком? Азитор. А Аня потом этого Азитора убила. Капец. И я между ними всеми сидел, просто прятался за этими, за плитами.
слева два типа танцуют. Тихо. Аня, ну зачем? Аня. Они же были беззащитные, Бэмби. Уговорил, послушай. Я так рад, не верю из миротворца. Ай-яй-яй. А что они делают? Вот именно, что они делали. Хотел спросить у них, что они тут делают. Теперь мы никогда не узнаем. Второй уровень. Ну ладно. Ай-яй-яй. Ничего интересного было. Макстил, спасибочки. Поставим после не рейда. Второго уровня. Мне даже ничего ценного бы не перекидывали. Игорек, здорово. Один АФК, что второй его ждал с тозика. Можно было взять его в заложники, блин, там.